радуюсь? Во-первых, это то, что я в принципе в Москве, и в принципе такой первый раз в Москве. Это круто! Некоторые могут посмотреть, типа, что Москва, ну и что? Блин, это же круто, когда ты проезжаешь какой-то город в первый раз, тем более в такой большой. Вот, второе, это причина, по которой мы приехали, это то, что у нас будет концерт, ну, как у нас. Мы пойдем на концерт Gorillaz, и это вообще, это... Я даже не знаю, как это прокомментировать. Вот. Ну, и третье, на закуску, это то, что у нас будет фотосет, ну, такой, спонтанный. Свежий воздух, хорошо как! Обедаем как цари. Вот съев все это на бедную анигирьку, у меня просто уже не хватает места. Помогите! Вообще вот за глаза было. Сытые, довольные, накушенные. Куда же мы идем? Ну, конечно же, опять в кафе, в Starbucks. Почему бы и нет? Еда — это жизнь. Billboard on the moon.
своего ребенка в детский мир, да, ребенок? В смысле ребенок? Не благодари. И не поехать домой. Просто кайф. Молния ударила, все разбежались. Гориллы ушли со сцены. Ну как мне, да.